Органы местного самоуправления в Полевском охватывают практически все сферы деятельности. Это культура, городское хозяйство, спорт, образование. Этих направлений более 40. За каждым стоят люди. Это и есть работники местного самоуправления. В нашем городе их порядка 3000. От профессионализма этих людей зависит, какие условия созданы на территории. Трудно себе представить, какой круг задач решают те люди, те специалисты, для которых местное самоуправление – это профессия. Поэтому сегодня мы поздравим, поблагодарим этих людей. И надо сказать, что вместе с темой местного самоуправления, работая для людей, мы работаем вместе и с областными, и федеральными структурами. Поэтому вот все вместе это как раз решает круг потребностей наших жителей, в которых они нуждаются. Нужно отметить, что работники местного самоуправления у нас люди креативные и сами придумали творческую программу торжественного мероприятия. Конечно, не без помощи коллектива Центра культуры и народного творчества, но это ведь тоже местное самоуправление. Мы только помогаем этим замечательным людям, самоуправлению, представителям нашим, наиболее ярким из них, реализовать свои творческие замыслы. Да? Мы сегодня соучастники, а основные участники, конечно, этого праздника – они. Сегодня председатель Думы Илья Кочев вручает почетные грамоты и благодарственные письма лучшим сотрудникам. Он отметил, что в городе есть позитивные изменения, но есть к чему стремиться. Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем город красивым, уютным и очень-очень привлекательным. Что у нас начнут все-таки оставаться дети здесь, заканчивать институты, приезжать к нам обратно, работать здесь у нас на Полевской земле. Среди награжденных Наталья Щукина, которая уже 30 лет работает заведующей архивным отделом администрации города. Наталья Филипповна – настоящий профессионал своего дела и знает о Полевском очень много уникальной информации. Мы храним все нормативные документы, то есть документы со всех наших структур муниципальных, областных и даже федеральных. То есть мы помогаем людям решать эти вопросы. Основную, конечно, ветку на себе несут те, кто непосредственно занимается местным самоуправлением. Но между тем мы решаем вопросы, которые связаны с архивным делом, с хранением документов, с обеспечением сохранности документов. Ну и, конечно же, все это сделано для того, чтобы действительно, я подчеркиваю это, служить людям, помогать решать их злободневные вопросы. День местного самоуправления считается одним из самых молодых праздников. Он был учрежден в 2012 году. Однако его корни уходят в 1785 год, когда была издана жалованная грамота городам. Именно такую грамоту сегодня вручает Наталья Щукина главе города Константину Поспелову. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости 11 канала.